cool, man. Это реально выглядит очень круто. Посмотрите, они просто летают. Причем движение не однонаправленное. Очень здорово выглядит. Сейчас оценим. Ну что, мы уже здесь, посмотрим с Дэвидом, как здесь будет, жарко или нет. Камеру пока прячу, потому что вообще на аттракционах запрещено это делать. Let's go. Все, мы полетели. That's cool, yeah? Really. Это очень прикольно. Вот, казалось бы, обычная замперла, не удивляя. Это очень круто. Это очень захватывает. Это неожиданно круто прямо. Это супер. Это просто огонь, блин. Ребята, я не знаю, что учудила замперла, но она очень правильно выбрала направление этих экстремальных аттракционов, бля. Я сидел, думал, что я в стену сейчас врежусь. Я держусь. Это круче, чем американские горки. Замперла, вы молодцы. Нет. Ну и смотрите, насколько выставка огромная. Это как колесо обозрения. Поднимись над выставкой и посмотри все, что индустрия развлечений лучше придумала в 2019 году. Ну а мы продолжаем получать адреналин. О-хо-хо-хо. Мы летим. Дэвид тоже в шоке. Блин, ну я не ожидал, что это так хорошо. Я вообще... Let's go. No. Можно поздравить прям компанию Замперла, что этот аттракцион будет реально лидером продаж. Стоит только на нем прокатиться, и если вы в теме, то вы его купите.